Сегодня, глядя на продукцию «Бэмкромгаза», ориентированную на нужды мирного населения, трудно поверить, что во время гонки перевооружений Брестский электромеханический завод поставлял спецтехнику для систем дальнего радиолокационного обнаружения, сухопутных ракетных войск и военно-космических сил СССР. Несмотря на секретное военное производство, которое с развалом Советского Союза потеряло свою значимость, руководство БЭМЗа не растерялось и успело вовремя сориентироваться на потребительском рынке еще тогда молодого белорусского государства. Грамотное перепрофилирование сделало «Бэмкромгаз» первым предприятием, которое начало производство бытовых счетчиков газа «Берестье». За время с 1997 года предприятие выпустило около 580 тысяч газовых счетчиков. Это целая гамма бытовых газовых счетчиков Г6, Г4, 2,5, 1,6. И также последние годы начали выпускать с термокомпенсатором Г4, Г4, Г6Т. Это мембранные счетчики. За основу этого счетчика, всех счетчиков, взяты прототип счетчиков Эльстер группы БК-2,5 и БК-4, которая модель данных счетчиков в настоящее время производится по всему миру на заводах Эльстер группы. Около 250 приборов изготавливается на предприятии каждый день. За 9 месяцев текущего года выпущено около 22 тысяч газовых счетчиков. В создании одного из главных измерительных приборов принимают участие около полусотни сотрудников. Сборка деталей, наладка нужных параметров, поверка и подготовка государственной проверки – необходимые этапы, которые проходят средства измерения, прежде чем попасть в дом или квартиру. 15-летний опыт создания газовых счетчиков обеспечивает надежность этого средства измерения. За почти 15 лет нашей производственной деятельности данная модель счетчика показала свою высокую надежность эксплуатационную. Уже счетчики проработали по 2 межповерочных интервала. Совсем недавно предприятие открыло для себя новый род деятельности – дилерство. Благодаря сотрудничеству с российскими партнерами линейка предлагаемых «Бэмкромгазом» счетчиков пополнилась новой моделью – электронным бытовым прибором учета голубого топлива «Вектор-С». В этом году мы совместно с российской фирмой Санкт-Петербурга закупили у них малый габаритный электронный счетчик «Вектор-1,6С». Сотрудничество с российскими партнерами будет продолжаться, но уже на другом уровне. Скоро будет налажен совместный выпуск газовых счетчиков, подобных «Вектору С», и поставка технических полуфабрикатов в Санкт-Петербург. В планах модернизация производства, совершенствование и обновление технологических процессов и минимизация ручного труда. Однажды, благодаря грамотной политике руководства предприятия, успело перепрофилироваться и наладить производство, направленное в нужное русло. А это значит, что «Бэмкромгазу» по плечу любое испытание, и предприятие будет работать.